Добрый день. Второй день испытаний. К сожалению, опять человек, которого я просил поснимать, оказался законченным тупилой. И, в общем, никаких съемок со стороны не будет. Но, тем не менее, я вот выбрался на дамбу, которая был раньше выезд из города центральный, который уже 6-й год пошел как разломанный, не ремонтируется толком. То есть ничего тут не поменялось. Я тут не был уже давненько, перед наводнением ходил, смотрел. И вот сейчас вот после наводнения смотрю, никаких вот, кроме красных флажков каких-то идиотских, никаких следов, что что-то делают. Какая-то вот сломавшаяся машина стоит, и все. Ничего не видно, в общем, тут. Не знаю даже смысла, может, дальше ехать нет, потому что хотел, может, на мост сгонять, ну, что-то холодновато, ветер дует. Тут отлично видны, какой-то он в защитном комбинезоне, отраву какую-то, что ли, заказывает. А ну-ка, вот, смотрите, одел какой-то защитный комбез и полез куда-то под машину. Что-то закапывать, какую-то отраву явно. Он там противогаз еще не одел. Ну, я не удивлюсь, если тут что происходит в этом самом. Я хотел вам показать горы, снег, а вот показываю вот это вот чудо. Видите, выливает что-то это. Удивительно, что в городе происходит. Вот так вот пойдешь снимать тест самоката, обнаружишь рязанский сахар или что сейчас у нас еще есть. Масло какое-нибудь тоже. Ну, вопрос, конечно, интересный. Чего там может быть такое? Насос какой-то специальный. Ладно, ну я что хотел сказать-то по теме. Вот дорога такая, видите, пересеченка. То есть тут и песок есть, и гравийка. В общем, средней паршивости тут джипы убиваются на этой дороге. В принципе, идет нормально, хорошо. Ну, со всеми минусами, да, покрытие. Ну, в общем, колеса тянут. И по песку идет, по уезженному. Не вот по такому рыхлому, а чуть получше, как по катанному. Но сейчас сухо, поэтому идет очень хорошо. В принципе, чего-то большего ожидать можно навряд ли. Жалко, честно говоря, резину убивать. Резина тут нежная все-таки, не автомобиль. Поэтому 1000 километров в лучшем случае, ага. Вот. Скорость, ну, не намного, не сильно, да, не мчится. Ну, и не намного отстает от автомобилей. То есть автомобили ползут нежно, очень... Как говорится, страдает подвеска на такой дороге, там 10-15 они ползут. Быстрее не поедешь. Это вот лицо въезда в город. Поэтому едем дальше к асфальту, там смотрим. А вот сейчас я покажу, где я был вчера. То есть, чтобы примерно вот шарики, да. То есть первый день. Буду делать общий фильм со всем, поэтому как бы смотрите. Вот там вот я был на тех сопках. Ну, как сопки идут вправо, кончаются. А трубы, это ближе ко мне завод, а дальше труба с дымом ТЭЦ-3. Вот такие вот приключения, в общем. Ну, вот на сопках, которые ближе, южнее, снега нет. Снег только на северных вершинах.